На стадионе в поселке Комсомольске установили освещение. Это стало возможным благодаря выигранному гранту в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Сумма гранта составила 300 тысяч рублей. Добавив средства местного бюджета, было принято решение произвести ремонт уличных фонарей на стадионе. Обустройство освещения дало возможность местным жителям заниматься спортом, играть в футбол как днем, так и в темное время суток. Мне очень-очень приятно сегодня находиться на нашей спортивной площадке, где облагородили и установили такое освещение прекрасное, где в любое время суток может заниматься любой из нашего населения, от мала до велика, любым видом спорта. То ли это бег, то ли это футбол, то ли это любые физические нагрузки, то есть фитнес.